Всем привет! Вы на канале Просто Шолпан, Просто Вижу, и я рада вас приветствовать. Меня зовут Шолпан. Для тех, кто новенький на моем канале, расскажу о себе вкратце. Я Шолпан, я мама четверых деток, живу в большой семье в солнечном городе Шымкент в Казахстане и вяжу с удовольствием. По некоторым семейным обстоятельствам я долго не могла выпустить новое видео. Во-первых, это была такая ситуация, что я справляла день рождения старшего сына, а после младшего сына. И в этом таком как бы некоротком промежутке, почти в месяц, я, к сожалению, еще умудрилась заболеть. А заболела я не простой болячкой ОРВИ, а в моем случае очень даже и опасной. У меня не было инфекционного заболевания, у меня была атерома, которая у меня воспалилась с размером грецкий орех, и мне пришлось делать открытую операцию. Но это тоже не помешало мне, конечно же, вязать. Но я выпала на 3 дня из колеи своей вязальной, но потом наверстала упущенное. Ну все, давайте уже начнем. Не будем о плохом, будем о хорошем. С конца октября по конец ноября я связала на заказ 3 свитера. Между этими свитерами были, конечно, и аксессуары. Связала я 2 шапочки, одна моей дочери, а одна шапочка со снудиком ушла в подарок. Если получится, я вам покажу в углу экрана эти модельки. А теперь я покажу то, что я начинала вязать на заказ. Вот. К сожалению, в кадре это все не поместится, но надеюсь, что я смогу поставить в любом углу фото. Ну, в моем случае это в левом углу. Посмотрите, здесь свитер связан полностью косами и аранами. Свитер связан в стиле сестер Рубан, свитер Рубан. Но по запросу клиента она не хотела открытые плечи, она захотела именно такую горловину высокую, не в облипку, а просто она будет по горлышку. Посмотрите, как красиво. Она и спереди, и сзади полностью связана с жгутами. Здесь идет узор малая цепь, коса из 9 петель, жгутик из 6 петель, большая цепь. Вот. Посмотрите, какие переплетения разные. На рукаве также идет узор. Резинка 2 на 2 на рукаве закрывала я иглой. И набирала я таким наборным краем итальянским. Моделька связана идеально. Ну, мне так кажется, потому что она не укороченная идет. Она так как полноценный свитер. Удлиненный, красивый, будет все прикрывать. В том же варианте можно еще подвернуть его и заправить высокую посадку, например. Так, вязала я свитер из ниточки Ализела на Gold 800 в 4 сложения. Сейчас я вам покажу. Для удобства, чтобы не таскать с собой моточки, я это все перемотала в 4 ниточки, вот так. Надеюсь, вам видно. Здесь тоже присутствует такой ворсик. Ну, здесь не видно, сейчас я на кофточке, если что, вам покажу. Ниточка хорошая, Lana Gold 1700, состав у нее идет 49% акрила и... Ой, извиняюсь. 49% акрила и 49% шерсти и 51% акрила. Вот посмотрите, наверное, будет видно. Нежный такой пушочек. Вот, вот в этом углу, вот где моя ладошка, видно. В принципе, я стирала несколько раз. Думаю, что ворсик уже и выбился. Но на полотно у меня ушло 10 мотков. Почти что 10. Тут 980 грамм весит свитер. Так. Потом, после этого свитера, я связала вот такой. Здесь также идет горловина труба. Вставлю я вам в левом углу фото модели, по которой мы ориентировочно и вязали. Тут полноценная длина, модель не укорочена.
Здесь у нас идет переплетение кос вот таких. Реглан у меня сверху. По фото был реглан снизу, но я решила вязать реглан сверху. Здесь тоже идет узор косы. Тут у нас у меня коса состоит из 14 петель, 7 петель лицевых и 7 петель жемчужного узора. И между ними по 2 изнаночные. Если кому будет интересно, вы пишите, я вам отвечу, как вязала, ну, из чего вязала, как вязала. По крайней мере, сейчас я не могу снимать мастер-классы, потому что это у меня, я физически не смогу себя, вот, например, заставить это снять. У меня маленький ребенок, и все время уходит на него. На данный момент он сейчас спит, поэтому я тараторю и говорю быстро. Вот посмотрите, вот такая моделька. Здесь тоже такой нежный ворсик имеется, присутствует сейчас. Будет видно. Вот на черном он более, вот на моей футболочке он так как бы отчетливо видно. Моделька также у меня идет. Цвет здесь 141 цвет, и ниточка Ализе Суперлана Миди в 100 граммах 170 метров. Вязала в одну нитку. И к этому свитеру я связала вот такую штуку. Это идет как будто бы капюшон, капор-капюшон. Просто такое полотно вяжется, как шарфик. Ушло сюда 3 мотка Ализе Суперлана Миди. Это вот такой вариант. Посмотрите, я еще к каждому уголку пришила пуговичку с одной стороны, а с другой стороны я приделала вот такую петелечку. И посмотрите, как это носится. Это в подарок к свитеру. Девочкам, те, кто носит, например, головные уборы в виде платка, тоже очень было бы классно бы. Так, я тут, конечно, буду тыркать микрофончик. Посмотрите, можно носить вот как головной убор, как вот капор. Так, я, кажется, запуталась. Когда делаешь на камеру, всегда так получается, не очень удобно. Вот. Надеюсь, вам видно. Вот. Видите, как красиво. Она и манишку даже одевать не стоит, потому что тут все закрыто. А когда заходишь в помещение, можно просто взять, спустить, и вот у тебя такой красивый модный аксессуарчик. Вот, посмотрите. Думаю, клиентке понравится. Она меня попросила повязку, но я ей решила в подарок еще связать вот такую штучку. Сейчас, минуточку, сниму. Вот такой красивый аксессуар получился. Думаю, и вам понравилось. Затем я связала очередной свой последний заказик девушке из Санкт-Петербурга. Настя, спасибо ей большое, она меня ждет очень долго. Вот посмотрите, вот такой свитер оверсайз с такой высокой горловиной. Здесь у нас идет такой как бы жгутик из лицевых петелек. Вот. Рукав, резинка 1х1, тоже со жгутиком. И основной узор идет полностью жемчужная вязка. Здесь я вязала из Суперлана Макси номер цвета 62 в 100 граммах 100 метров. Спицами резинка у меня была на шестерке, а само основное полотно было на семерке. Хотя в рекомендациях говорится, что надо вязать на восьмерке. Но нет, я не люблю расхлябанное полотно, мне нравится, когда все более такое красиво связано, плотно. Здесь я не делала кетлевку, потому что ее невозможно сделать из толстой пряжи. Я просто набрала по вырезу горловины петельки и вязала. Посмотрите, ставлю также вам фото для большей, как бы, чтобы вы могли рассмотреть, как смотрится. К сожалению, у меня сейчас нету модели подходящей, на ком можно померить. А так бы я с удовольствием вам показала бы. Здесь тоже такой нежный-нежный пушочек присутствует. Вот. Вот на черном он более видно, вот на этой стороне. И к нему я связала вот такую повязочку. Вот, вот повязка уже был запрос клиента. Она хотела именно такую.
Я вам сейчас покажу, померю. Сейчас, минуточку. Вот. Очень, думаю, удобная будет вещь именно в Санкт-Петербурге, когда холода, потому что плотная такая идет повязочка. Здесь у нас резинка 2 на 1, связана на семерке спицами. Посмотрите. Здесь простая просто повязочка с перехлестом. Думаю, все знают, как ее вязать. А, я вам еще хотела кое-что показать. Ой, не принесла, ладно. Смотрите, я начинала свои свитера вязать на спицах дропс. На шестерке, вот именно синий. И, ну, вот синий вообще, по идее, начала вязать. И знаете, у меня был такой страх, что вот не дай бог, сейчас вот это место именно обломится, либо оторвется. И вот этот панический страх меня не покидал, пока я вязала резиночку. И потом я взяла и перешла на такие мои любимые китайские спицы. Вот они. Здесь на данный момент не шестерка, а семерка. Вот. И ими я вижу, вот как только я перешла на китайские спицы, у меня полотно просто полетело. Я спокойно начала вязать, потому что на тех дропсах у меня все равно есть какая-то эта паника, какой-то страх, что я вот сейчас обломлю леску. На данный момент у меня нету никаких процессов, только один. Один процесс у меня вот такой будет кардиганчик. Сейчас я его вяжу, это пока что ничего не видно. Здесь у нас ниточка Суперлана Макси. Цвет 62. Здесь будет у меня кардиган с розочками. Я вам все это покажу. Так. Вы меня строго не судите, пожалуйста, потому что за то, что у меня короткие видео. Я честно, я стараюсь побыстрее снять, потому что вот буквально только что минут 3 назад у меня проснулся сын, и я остановила камеру, съемку мою. Так, и сейчас вот как кардиганчик я вяжу. Ой, боже мой, ой, извиняюсь. О, боже мой, это вот без... Короче, масок и красок, вот как есть, показываю. И во время того, как я вяжу кардиган, я должна еще и связать вот такой, вот, то есть из такой ниточки, это у нас пух норки, китайский пух норки. У меня все прям попадало, вот, в спешке снимаешь, все падает. Вот цвет 824, вот такой красивый нежный оттенок. Тут лаванда, сирень, светлая сирень. Вот посмотрите, я должна связать свитер, как я раньше вязала V-образные свитера. Но то, что будет, я вам покажу обязательно. Ой, протараторила я по-быстрому, лишь бы вам снять, показать, потому что на днях я должна уже отправить мою посылочку. Хочу, чтобы до Нового года клиент получила свои свитера. Там страшно холодно, не то что у нас в Шымкенте, у нас вчера выпал снег, но все равно у нас как бы не так холодно, как в Питере. Поэтому клиентка очень ждет, и я, конечно, тоже хочу побыстрее отправить, чтобы обрадовать ее к Новому году. То, что у меня будет в дальнейшем, я вам также покажу. Потом хотела еще предупредить, если у меня вы видите короткие ролики о еде, вы не переживайте, я не меняю свой контент, у меня будет канал всегда о вязании, а видеоролики я снимаю для того, чтобы как бы вы меня не теряли. Поэтому всех хочу поблагодарить от всего сердца, что вы со мною, что вы подписываетесь, ставите мне лайки, комментируете мои видео. Мне это очень приятно, это меня мотивирует на дальнейшие мои достижения и подвиги. Поэтому всех люблю, всех хочу поблагодарить, поздравить с наступающим Новым годом. Уже скоро у нас начнется эта вся беготня, подготовка к праздникам. Поэтому желаю всем искренне здоровья, счастья и благополучия. А пока, всем пока!